пришло время играть лавок. Сложно. Пойду унижу одиночного на Абиссе. Может, еще подтянутся товарищи. Ну что там, на выбор либо сервер с 13 людьми, либо какой-то киллбокс обоссанный. О. Тут вообще ни хера никого нет, бля. Еще можно подождать, пока кто-нибудь не зайдет. Пинг нормальный. Фига тут. По сути, это типа киллбоксы тоже. Бессмысленная, беспощадная параша. Ракетницы сверху лежат. Скайбокс не дает пройти. Можно оказаться в заперти. Если, конечно, не раздавят. Карта для кемперков. Опа. Это что у нас такое? Секретка. Хе. Все ясно. Офигенно просто, я хуею. Какая крутая карта. Но если серьезно, то в этой секретке можно легко уничтожить чувака. Надо просто знать, где она находится. Ну вот видно, что тут пули попадают, тут они пролетают просто сквозь эту хуйню. В целом надо целиться немного правее. Второй хуёвины слева. Чтобы полностью загасить челика, можно просто взять и гауссом сквозь стеночку.
Херовый сервер. Никого нет. Ну ладно. Мясо, мясо. Очень хороший спаун, просто охуенный. Охуевший, блядь, мразёныш. Да, блядь, охуел. Я с пылесоса, блядь, стрелял. Очень неприятный мразёныш, блядь. Получил, блядь. Мне и не жалко, потому что у меня так мало хп было. Попробую, блядь, высунуться. Получил, блядь. Блять, хули он, блять, на меня полез? В синий блок гораздо опаснее. Просто охуеть. Лишний фраг, блять, отдал этому пидору. О, это хорошо. Это плохо. Пошел ты Хорошо.
получили, блядь, мразёныши, блядь, от меня. Не охуейте. Блядь, сколько раз тебе нужно попасть, чтобы ты сдох? Скриптами на арбалет играет. Уй. По крайней мере, покоцал. Просто игра на грани. Очень плохо. Трусливый хуй.
У них еще один против этого синего черта сражался. Нахуй пошел, блядь. Хуя. Там, блядь, хэд дает, блядь. Повезло, у меня было мало хп. Блять, иди нахуй просто. Ну что я могу сказать? Давай, простреливай. Молодец. Ладно, меня это заебало.